С комментаторских позиций в преддверии очередного матча чемпионата Юрий Розанов и Василий Соловьев. Всем здравствуйте! Приглашаем на футбол. Игра стартовала. Ну и что теперь? Возможно, удар по воротам. Это красиво, но, как говорится, для девочек. Встречает этот удар довольно больно, между прочим, попасть-то мячом, а футбольным. Игрок поспешил и залез в офсайд. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот пас перехватить. Пошла борьба. Плотность игры — непременная составляющая футбольного матча. Это шанс! Иначе углового нас с вами ждет.
приходится в кого-то из игроков защищающейся команды. Был рикошет, и мяч уже вне игры. И будет команда подавать угловой. Что происходит? Да, между прочим, вот эта передача, хорошо, что еще забивавший до нее откликнется. Я лично не ожидал такого паса. Есть возможность у нас посмотреть на этот гол с другого ракурса. Я не очень ожидал потери мяча, но она случилась. Мог отскочить, наверное, и в другом направлении мяч, но улетел куда улетел, за пределы поля. И как же быстро голкипер оценил ситуацию, оценил дистанцию, просчитал и завладел мячом. Да, если бы остался на месте, то ситуация могла быть совсем неприятная. Соперник теряет мяч в середине. Некое подобие стенки. И продолжает ситуация, вот этот эпизод, оставаться неясной. Кто завладеет мячом? Ну, этот мяч для вратаря. Вот тут может получиться очень интересно. Вот это мы и называем плотностью игры. Мяч отобран у игрока, но еще, как говорится, не присвоенный другой команде. Покинул мяч в пределы поля и вернется после того, как игрок выбросит его за ворота. Это удар от ворот.
лаверды, если угодно. Часто говорят, передернули, да? И вот он, удар по воротам. И игра продолжится после введения мяча из-за боковой линии. Даже если обострения не будет, подобный пас всегда добавляет куража. Очень уверенно на втором этаже защитник свою команду выручает. Мяч защитника попадает. И грамотно и мужественно действует игрок обороны, и голу не бывать. Идет команда в мяч выигрывает руками. Единственный способ, когда это может делать. И все-таки до конца защитник мячом не завладел. Хорошая передача и улучшается позиция. На ровном месте практически мяч потеряли. Хороший момент. Совсем в никуда. Совсем. Широко используя фланг, продолжает атаку эта команда. Ну и вот играют друг с другом вдвоем. Игрок поспешил и залез в офсайд. Конечно, даром никто мяч не уступит. Последний пас перехвачен, и атака закончилась. Передача не прошла, есть время отдышаться. Своевременный перехват, можно перевести дух.
Свисток арбитра прозвучал. А что будет дальше, посмотрим. И моментально команда разыгрывает свободный. А теперь дальше. Закончился первый тайм. Счет на табло 2-0. Ну что ж, у нас с вами было 15 минут для того, чтобы в перерыве обсудить детали первой половины встречи. У футболистов были 15 минут, чтобы отдохнуть, выслушать ценные указания тренера. Теперь опять за дело, каждый за свое. Так можно упереться и в угловой флажок, если соперник позволит. Вот момент. И все теперь. Удар не точный, нервы в узел и играть дальше. Матч, вот эта игра. Отводит опасность, по крайней мере, территориально, выиграв борьбу на втором этаже. Ударцу в лапоре. Судя по усиленной разминке одного из игроков, сейчас замена будет. Штрафную. Спасает голкипер ворота, но придется еще ему стараться. Мяч стоит того, чтобы увидеть его еще раз. И еще, и еще. И продолжают забивать и забивать. Дается игра. Судейский момент, он сейчас главный в этом эпизоде, потому что свисток — это еще не все.
Передача находит адресата и... Размах на рубль, удар на копейку. Ну, хорошая поговорка и в данной ситуации подходит 100%. Так, на поле выходит новый игрок. Атака развивается. Думаю, что не обязательно было мяч терять в этой ситуации, но что произошло, то уже произошло. Судья фиксирует офсайд. Вряд ли мы с вами ошибемся, если предположим, что скоро будет замена. И вот потеря в центре поля. Как следует принять мяч игрок не сумел, и соперник тут как тут. В следующий раз поубавится охоты по флангу прорываться. В следующий раз выгонит, а тоже будет прав. Ох, нарвался на желтую. И теперь мяч у команды соперника. Быстрый переход. Это шанс, между прочим. Бей! Не подстроился, по-моему, игрок под мяч. Или что-то другое не сложилось. Во всяком случае, результат мы видим. Совсем-совсем не точно. Мяч в центральной зоне, перехват. И получает команда права на штрафной удар. Удар довольно больно, между прочим, попасть-то мячом, а футбольно. Вступают игроки в борьбу за мяч, довольно жестко получается.
Алаверды, если угодно. Ну, разумеется, сильным ударом, а каким же еще игрок ведет мяч на ворота. Похоже, тренер готовится сделать замену. Мало того, что полезно, еще и красиво. Давайте подождем, чем эпизод закончится, пока непонятно. Главное не думать слишком долго, потому что выбор очень велик. Отличное чтение игры демонстрирует защитник, и опасность устранена. Велик искус уже сейчас начать подводить итоги встречи, хотя финальный свисток еще не прозвучал. Совершенно не обязательно атаковать по центру, можно и флангом. Как раз то, что мы видим теперь. Подготовился, вышел и забрал. Как легко защитника обыграл. И вот это называется кросс, то есть пас с фланга в центр. Совсем не точно. Меняет футболиста, может быть. Есть стандартное положение. И вместе с камерой отправляемся в штрафную. Кто там готов пас принять? Видим на борьбу.
не перепрыгнул он через соперника, шедшего в подкат. Это шанс! Не доходит удар до ворот. После этого свистка нам остается только вспоминать о прошедшем матче. Да, это уже история. Могло быть и по-другому в смысле результата, но не могло быть по-другому в том смысле, что одна из команд доминировала. Вот почему другая команда так провалилась, это большой вопрос не только к игрокам, но и к тренерскому штабу. А это гол! Гол! И это гол! Гол!